Всем доброе-доброе утро! Сегодня 2 июля 2022 года, и это видео с утра мы начнем не с приветствия, как обычно, а с наших мисочек, потому что сейчас мои собачки будут завтракать. Щенков я уже покормила и подростков наших, а это мисочки наших собачек. Ну, я очень часто показываю, чем я кормлю своих собак. Но в любом случае появляются новые друзья и подписчики, которые снова и снова интересуются. Так вот, мои собаки на смешанном питании, и одно из самых главных составляющих — это мясо с овощами, с костным, с рыбкой. Вот такие вот мисочки для каждой моей собаки. Я считаю, что собака должна кушать здоровую пищу и видотипичную, так как собака — это хищник, и рекомендую всем вам пересмотреть питание ваших собак, если вы хотите, чтобы они жили долго и счастливо. Вот, и естественно, потом будет целая вот большая мисочка с овощами свежими, как всегда, морковь, огурчик, то, что нужно моим любимым собачкам. Ну что, начну кормить. Пожелайте нам приятного аппетита. Некоторых из собачек я пригласила в дом. Да, вот Джорик у нас на диване кушает. Это те, которых я зову на улице, и они начинают там «хочу, не хочу, буду, не буду», и я уже знаю этих собак. Там у девчонок течки, Филя, Джорик больше всего страдают, поэтому я их покормлю дома, чтобы они не сидели, не мечтали. Вот, ну и Рада любит еще дома кушать. Так, это мисочка для нашей Рошельки. Давай, Рошель. Овощи. Вот так кушает наша 10-летняя, 10 с половиной лет нашей Рошелечки. Вот так она кушает мяско. С овощами, с костным. Очень хороший аппетит у нее, она умница у нас. Ну что, приготовились, мои золотые? Роликс больше всех просит. Конечно, сейчас все будете кушать. Поехали. Так, кто у нас здесь? Феодосия, давай. Как-то происходит. Уж простите, одной рукой. Поэтому я раздетая, поэтому не буду снимать вас с себя. Так, давай, иди, Космос. Космос. Космос, хорошо. По кличке вызываю фантазия. Отойди, Роликс. Роликс нет. Так, доедаем. Кушаем. Давай, 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 давай. Я тебя еще не звала. Ну, голова закружится, уж простите. Так, Жасмине отставляем это туда. Артюша. Вот так. Почему мои собаки знают имена? Тоже обратите внимание, потому что вызываешь Роликс по имени. Роликс уже не терпит и всегда стоит, сам ждет. Фанта покушала. Поехали дальше. Бажена, ко мне. Вот она, Бажена. Вставай. Давай, давай, давай. А почему некоторые так осторожно себя ведут? Потому что такие, как Бажена, они любят воровать. Она уже знает, что нельзя. Но иногда грешит еще этим. Может, не в свою миску. Царица, ко мне. Царица, быстро. Не в свою мисочку, как говорится. А вот смотрите, как должна кушать собака. Елисей, ко мне. Елисей. Вот так должны кушать собаки. Мальчишки, не драться. Ну, когда собака стоит перед мисочкой и выдумывает, чтобы ей съесть, это говорит о том, что собачка перекормлена. Лаванда, ко мне. Лава, залази. Лава. У нас здесь несколько беременных собак, поэтому я добавляю Core Royal Canin Starter. Так, кошечка. Извините, если у вас кружится голова, у меня тоже. Живо ко мне, живо. Где она там? Иди сюда. Иди, моя девочка. Скромница-то моя. Можно подумать. Можно подумать. Так, кто у нас тут еще дальше? Анфиса, Анфи. Роликса посмотрите. Анфисуня моя. Все, если не запрыгивают сами, то стоят, подставляют спинку, чтобы я взяла. Юляша, Юля ко мне. Юлю наша. Иди сюда, Юля, ко мне. Так, Юля пока мечтает у нас. Энигма. Энечка, ко мне. Эня, бегом. Моя ты девочка. О, захрюкала Лава. Бывает. Так, кто у нас? Жанна. Жануся. Жануся уже тут стоит, ждет. Елисей без помощник.
Так. Жанночка кушает. Иногда кормлю на пеньке, иногда вот, кстати, очень нам пригодился наш диванчик. Очень удобно, потому что с пенька миски съезжают, приходится подстилать. Я иногда забываю просто полотенце, поэтому... А молодец и Нюша, умница моя. Космос сегодня ковыряется. Смотрите, почти первому поставила. Он ест, но он медленно ест. Это говорит о том, что мальчик ковыряется. Так, у нас осталась непоеденная Юля. Иди, моя девочка, ко мне. Такое бывает у собак. Ну, Юля у нас девочка из толстеньких. Становись, моя хорошая. На, моя зайка. Вот, поэтому мы не особо переживаем. Потом ей сейчас положено по состоянию ее здорового здоровья. Такое бывает у девочек, когда у них месяц, около месяца беременности, называется токсикоз. И иногда девчонки могут отказываться от еды, либо ковыряются, вот как я называю, у нее Юлечка кушает, молодец. Инька. Так, ну что, я думаю, что я показала вам очередной раз, как мы кушаем и завтракаем. Я думаю, вам очень понравилось. Извините, если тут кружило-вертело, можно, конечно, поставить камеру, и чтобы было все четко, но я камеру держала в руках, потому что, повторю, что я с утра в шортиках да в топике, одеваться специально для видео я не хочу, ну и голой тоже быть перед всем миром тоже не хочется. Вот, так что всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Елисей, ты зачем его обидел? Ну, вот они любят долизывать мисочки. Вот, пожалуйста, надо поубираем сейчас. Юля не доела. Вот так мы очищаем, домываем мисочки. Все как будто бы очень голодные, да. Но на самом деле я не вижу у себя среди своих собак ни одной худой собаки. Есть собачки даже с лишней массой тела, поэтому я за этим строго слежу, потому что... Перекорме, собака толстеет, у собаки появляется лишняя масса тела, и собачки за счет этого могут приобретать заболевания, которые связаны с лишним весом. Это сердечно-сосудистые, это суставы, коленные чашечки всеми так любимые, которые многие считают, что они передаются по наследству. А это в 90% случаев приобретенные болезни, которые, на которые именно влияет лишний вес. Так, выпустила малышей, и посмотрим. Так, девочки, Жасмина, иди кушай, Жасмин, и кошечка, Кока, на, иди ко мне, Кока, у тебя, кушай, моя девочка, кушай, девочки, у которых течка, Кока потекла, не вовремя потекла, такое тоже бывает, что не четко по графику, они тут друг за другом подтекают, ну, в смысле текут. Одна, другая. Вот Кока молодец. Умница моя девочка. Хорошо. Ну что, а теперь мы хотим еще раз пожелать всем доброго утра и прекрасного настроения. 2 июля 2022 года. Мы с нашими, моими, нашими самыми любимыми собачками на белом свете, которые радуют меня, как и, надеюсь, наших... добрых и любимых друзей и подписчиков. Передаем всем доброго дня, прекрасного настроения. Пусть исполняются все ваши заветные желания. Мои прекрасные зайчики, мои зайчата. Мои зайчата, вы маленькие. Сегодня снова у нас жара. На градуснике почти 30 градусов. В Крыму море прогревается. Погодка налаживается. Приветик всем от нашего... лучшего производителя нашего питомника, которому в сентябре месяце исполнится 8 лет. Это наш Филипп Красивый, золото, Эксельсиор. Очень много в питомнике деток, уже взрослых деток. И он является и дедушкой, и прадедушкой очень многих собачек чихуахуа из нашего питомника. Мальчик очень известный. Очень много вязался. И самое важное, не даже не то, что много вязаться, а получать качественное, здоровое потомство. И всем привет большой, кто имеет отношение из наших собачек к нашему Филечке. Это очень многие. Даже у нас та же вон Анфиса, да, она дочь мажора, но она внучка Филиппа, ну и так далее. Так, девочка уже сама рожала, и ее два мальчишки, которые на сегодняшний день в продаже, это... Моряк Архонт
и Мирабо дельфин. Делечка. Вот это вот правнуки нашего Филиппа. Вот этот правнук Филиппа. Это внучка Филиппа. Ну, тут вот прям можно походить, посмотреть. Вот этот черный Шакир Эфес. Это тоже внук Филиппа. Девочка-малявка. Иди сюда, красотулька. Внучка Филиппа. Да, дочка Роликса, внучка Филиппа. Ну, на самом деле. И Акса Берсен, наша внучка Филиппа. Ну, тут почти каждый. Вот у нас Горюша, только внук Елисея. И Гермиона. Вот, а так все имеют отношение непосредственно. Очень интересно. Юлька, ты что у нас, забастовку устроила? Ну что ж, такое бывает. Наша Мирабелька Маруська тоже внучка Филиппа. А вот этот вот чудик. А вот этот вот чудик. Нет, это сынок. Это сынок мажора. Вот. Вот так вот интересно в нашем питомнике. Я хочу сказать, что очень многие питомники Крыма нашего тоже имеют наши крови. И дай бог, очень приятно наблюдать за качественными собачками, здоровыми, самое главное. Потому что, ну, к сожалению, здоровье даже в питомниках не всегда, очень не всегда на высшем уровне. Очень многие приходят к нам на вязку, уже попробовав в других питомниках вязки, да, и получили, к сожалению, больных щенков. Поэтому, ну, это не опять же, не хвалебная ода своему питомнику, но я начинаю делать выводы по своим собакам. Вот какое-то время назад я начала делать выводы, что лучше, чем пойти купить где-то собаку, то я, конечно, лучше оставлю щенка своего разведения. Естественно, мы тоже покупаем, чтобы, да, разбавить крови, повернуть направление в разведении по экстерьеру какому-то, да, но возвращаясь к своим собакам, я понимаю, что вот экстерьер Филиппа, тот, что получается. Ну, понимаете, тут еще очень важно смотреть на то, что у нас получается от красивой собаки или там от здоровой собаки. Конечно, очень важно играют две половинки, мама и папа, но в любом случае от одного, там, трех пометов выводы сделать нельзя. У нашего Филиппа очень много вязок, я об этом рассказывала. У нас на сегодняшний день, ну, я веду, конечно, специальные журналы, тетрадки, где я описываю, кто когда повязался, кто родился, какого числа. Это касается каждого моего кобеля и каждую мою девочку, которая рождает, сколько там родилось, когда, какого числа, в какое время, с каким весом. Вот, поэтому это все у меня описано, и это внимание тем, которые могут там... Там мы брали в том питомнике, это там дочка Филиппа у нас такое было. И меня направляют, говорят, а ну посмотрите, там дочку Филиппа продают двухгодовалую. Ну, конечно же, они обманули, никакого отношения собака к нашим собакам не имеет. Они думают, что мы не знаем, где мы вязали своего кобеля. Конечно же, это просто выдумки. Вот я написала, говорю, извините, а что это за, ну, когда ваша собака родилась, кто мама и вообще что там с документом, типа документов нет и короче, и слов нет. Вот, ну, как-то так, поэтому многие, ну, уже не один раз, да, мы сталкивались с тем, что люди придумывают, ну, потому что Филипп как бы известный парень у нас и через по клубам, и в жизни чихуашек многих. Вот, поэтому иногда такое тоже бывает. Но в любом случае, конечно же, играет роль и мама. Поэтому на сегодняшний день мои кобели закрыты для вязок. Закрыты для вязок с посторонними питомниками и заводчиками. Я своих кобелей продолжаю вязать. Естественно, у нас очень много выпускников нашего питомника, наших дочек, как я называю, внучек, которыми мы общаемся. И готовы продолжать работу. Ну и выборочно, конечно, ко мне можно обратиться. Мы посмотрим, что у вас за девочка, обсудим. Вот, и вязку можно обговорить с моим кобелем. Но все очень-очень индивидуально. Вот просто прийти ко мне и сказать, я хочу повязаться с вашим кобелем, это на сегодняшний день не работает. Потому что я своих кобелей
ну, естественно, как и любой человек, покупает собаку, вкладывает в нее средства, занимается выставочной карьерой, а также все мои собаки кобели, да, производители, имеют высокие оценки, рекомендации, рекомендованы к разведению, если это не чемпион, вот как наш Космос, не шоумен, он не очень любит себя показывать, но он рекомендован, он шикарный, он дает красивое потомство, а также точно так же Елисей, Мажор, они уже проверены по своей работе. Вот, здоровое, красивое, качественное потомство. Очень разные, красивые, разных окрасов, разных типов шерсти. Конечно, опять же, повторюсь, что очень многое зависит от мамочек. Вот, поэтому на сегодняшний день я выбираю тщательно, да, вязки подбираю. И чтобы не было стыдно за свое потомство, которое мы получаем. Потому что, сами понимаете, если девочка не ахти, то и щеночки могут родиться не ахти. Ну, а, естественно, потом все забудут прекрасно, кто такая мама. Но все будут прекрасно помнить, кто такой папа. Поэтому в разведении нужно работать, получать как можно меньше брака. Вот наша красавица Констанция, которая мамочке Любочке передает привет. Всех покорила эта собака своим взглядом, своей красотой. Это девчонка-хулиганушка, вот они такие веселушечки. Девочка зарезервирована и скоро поедет к своей мамочке. Да, мои солнышки, да, мои лопатулечки. Вот, пока она веселится и играет. И так интересно еще раз, да, вернусь, осознавать, что вот эти вот крошки, они получаются мало того, что от твоих собак, так еще и дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки являются... кровными, да, в крови текут вот этих маленьких карапузов. Это же так прикольно. Вот. Это наш малыш Купидон, баловник. Опять наступает сильная жара. И чувствуется, так, нет, вот этого делать не нужно. Я понимаю, что это бассейн, но не нужно. И собаки жмутся, тут прохлада, и они жмутся. А вот Гермиона, воспитательница наша. Шкодный. Так, видите, какая? Вот это Денис, вот эта девочка, которая мини-девочка продается. Здоровенькая, активненькая Денис Космосовна. Вот это вот лилушка. Лилово подпалый триколор. Такая шкодная. Такая же шкодная девчонка. Хочу напомнить, что в нашем она продается. Хочу напомнить, что в нашем питомнике в продаже 3 девочки и 6 мальчиков. Это вот это Денис мини. Вот это вот кремушка пломбирного окраса. Дочь нашего мраморного Ролекса. Девчоночка тоже мини, полностью привита, чипирована и готова уже к переезду. Вот это вот чудо чудесное. По кличке Кохинур девочка. Ну и девчоночка у нас, которая уже полностью готова, привита, чипирована. Так, Джакондочка где-то убежала. Это наша Акса Берсен длинношерстная. А вот это вот крошульки, которые играют, вот эти две девочки продаются. Вот. И целых 6 мальчиков тоже, которые полностью привиты, чипированы и готовы к переезду. И даже вот этот крош, тоже привит, чипирован, но у него еще не пройден карантинчик. Вот, по кличке Зигмунд, вот этот тоже мини-мальчик мажорика. Все щенки, которых я предлагаю, но очень многие говорят, боже, что за поток, вы что, вяжете без конца своих собак? Ну, 2, по-моему, да, 3 щенка из 9, это те, которые родились у нас, это Гарри, это... Архонт и Дельфин. Остальные дети это алиментные. Алиментные это щенки, родившиеся от наших кобелей. Не у нас в питомнике, да, у наших в дружеских питомниках, либо у заводчиков. Ну, то есть не в нашем доме, теми, с кем мы сотрудничаем. И как расчет за вязку я беру алиментного щенка. Алиментный щенок это как бы выплата вместо денег, да. Кто-то за вязку берет определенную сумму. Я беру только щенка. Я не беру деньги за вязку. Беру только непосредственно итог нашей работы. Хорошо это или плохо, это решать тому, кто, с кем мы договариваемся, кому, кого не устраивает такой расчет. Ну, тем более мы с такими
людьми не вяжемся. Пожалуйста, выбор кобелей великолепен на Авито. Можно и бесплатно повязаться. Куча-куча собачек, которых предлагают для вязки. Наши вязки происходят опытным путем, естественным путем, при помощи меня, конечно. То есть, если вы приехали с другого города, не получится такого, что вы потыкались, помыкались, а ничего не вышло. У нас всегда, всегда все выходит. Я полностью консультирую и по вязкам, и по беременности, и по кормлению, и по родам, и по выращиванию щенков. Все не так уж просто, как кажется в этой мелкой породе. Поэтому те люди, которые со мной работают, они прекрасно, прекрасно это знают. И всем большой привет. А также я представляю на своем канале всех деток, независимо, у нас они родились или родились они у других заводчиков, да, я всех собачек показываю, представляю, я не скрываю, что у нас там родились, вот только своих продаю и показываю, я показываю всех собачек. Есть, конечно, люди, которые, открытым текстом скажу, мне завидуют, которых я бешу, но такова их суть и сущность. Дай Бог им поменять свое мировоззрение и не быть такими злыми. Полюбите в первую очередь себя, тогда, возможно, вы кого-нибудь еще тоже в этой жизни полюбите. Я всех людей считаю учителями своей жизни и благодарна за каждую минутку опыта, какой бы он ни был, положительный на первый взгляд или отрицательный. Я считаю, что все это жизнь, это мой учитель, и каждый человек, встретившийся на моем пути, обязательно мне что-то показывает, либо подзатыльник дает, как говорится в жизни, и говорит: нет, ты, Катя, идешь не по правильному пути. Хотя я очень-очень сильно стараюсь выслушать всегда, понять, но, может быть, некоторые моменты не в зоне моего понимания. Также я не люблю людей, грубо так сказать, халявщиков. Не люблю людей, которые сели на плечики, ножки свесили и подумали, что: о, как хорошо пользоваться Катей. Такие люди быстро уходят из моей жизни и живут своей прекрасной. И дай Бог им счастья, здоровья от чистого-чистого сердца. Я считаю, когда человек счастлив, он будет счастлив у себя в своем огороде, в своей семье. И не будет доставать своим несчастьем других людей, не правда ли? Ведь любой человек может делиться только тем, что у него есть. Если у человека есть радость, счастье, он будет именно это и от себя излучать. Если у человека куча, простите, дерьма внутри, то он его изливает. И очень хочется, чтобы этого не было, как по минимуму. Понимать, что все зависит только от нас, а не от кого-то другого. Поэтому всем добра, любви, и пусть у вас внутри цветут цветы. Улыбайтесь, полюбите в первую очередь себя. И все вокруг. А наши прекрасные собачки нам не дают жить по-другому, в чем я вообще безмерно счастлива, потому что вот я сегодня слушала психолога одного, он так интересно сказал, кстати, про собак. Собака — это такое существо, которое счастливо, независимо от всего. То есть вот у нее есть еда, есть хозяин, и она от этого счастлива, больше ей не нужно. Человеку всегда нужно чего-то большего, он что-то выискивает, кого-то обвиняет, чаще всего, да. Это вот наша Джокондочка, вот она красавица, нашла пробочку и бегает, грызет. Девочке, которой 6 месяцев, она продается, красавица, невероятная любимка, с прекрасным характером, благородным. И вот это вот ее сестренка по папе, малявка. Вот эта девочка Кохинор, Минечка, тоже продается. Джоконда тоже не крупная, она... мелкий стандарт, невысокая, коротенькая на лапках, хорошая девчонка. Вот. Так вот, собаки нас любят любыми, какие такие, какие мы есть. Хорошие мы или плохие, в их понимании мы самые лучшие. И вот у меня тоже мама недавно уезжала, а Сабина вот 3 дня пролежала под воротами. Мне так стало жалко, знаете, с одной стороны. Я говорю, звоню и говорю: мамочка, ты знаешь, она тебя так ждет. Она ведь не понимает, что ты уехала на 3 дня. Она думает, что ты можешь вернуться в любую секунду. И за это, вот за вот эту преданность собачью, я их безмерно люблю. Люблю, обожаю. Они меня заставляют улыбаться каждый день. Да, конечно, и шкодят, и погрызть что-то могут, и накакать мимо. И полные совочки какашек с утра я убираю, встаю. Это моя такая вот жизнь, обязанность. Конечно, я это не снимаю на видео, но не все так цветочно.
как кажется. Но я научилась не раздражаться. Да, мне собаки учат очень многому. Учат меня держать себя в руках, соблюдать какой-то режим. Пусть даже еще не самый лучший. Не могу рано лечь спать. Но утром мне приходится вставать, конечно же. Как по будильнику. Мне уже будильник не нужно. Да, девчонки. Не надо. Это вот мама Феодосия воспитывает Гермиону. А Жива, задира. Живи, кстати, в этом месяце исполнится год. Мелкота ты наша. Ну, хочу сказать, что девочка мелкая, но очень крепкая. И вес у нее 2,5 килограмма. Вот. Вот такие вот дела. И вот так наши собачки нас учат быть и добрее, и терпеливее в этой жизни. Ну и на самом деле столько благодати, сколько они дарят. Ты зайчик мой. Да, мой сладкий котенок. Вот такой сладкий котенок. Зигмунд уже тоже. Ну, я хотела повториться, что все наши собачки прививаются по возрасту и по графику. Вот только Дэнни. Шоколадочка вот эта мелкая. У нее еще вакцинация с бешенством будет 16 июля в 3 месяца. Вот. А так у нас уже все привиты, чипированные. Ну, кто-то готов. Кому-то еще там недельку посидеть можно, так обращайтесь, если что. Юлька балдеет. Арх, это моряк Архонт. Архонтик вот этот красавец в поисках папочек и мамочек. Дель, дельфинчик прибежит. Ты мой золотой. Скажи, все меня спрашивают, всем я нравлюсь, но мамочка еще не объявилась. Объявится обязательно. А как же объявится? Каждая собака обязательно найдет свою самую лучшую семью. Это невозможно, чтобы я... Многие говорят, а куда вы их деваете, если они не продаются? Каждая собака, независимо от ее возраста, находит свою семью. Не забывайте, что порода чихуахуа – это самая маленькая порода в мире. Давайте вот так вот покажу своих муравьев на более мелкой съемке, потому что крупное снимаю, чтобы вы могли рассмотреть усики, глазки, хвостики, лапки. Многие думают, что они крупные. Они не крупные абсолютно. Он Филечка 2,5 килограмма всю жизнь весил. Вот, и уже детки, которые доросли, вон Жаночка там кувыркается, моряк Архонт и дельфин, Мирабо дельфин, принц дельфин наш крымский, они уже выросли во взрослые размеры, 5,5 месяцев, но они, конечно же, еще будут развиваться, но выше они уже не будут. Филипп, Доминир, это вот такие собачьи игры, вот такие радости. И на самом деле брать подрощенного щенка. Сабинка пришла. Гораздо лучше, потому что вы уже видите, что из собаки выросло. Уже в принципе в 4-5 месяцев уже виден рост щенка собаки, какая она будет. Еще полностью вес, конечно, нет, но уже понятно, мини это или стандарт. Тип шерсти, окрас уже. Вот, поэтому зубки уже достаточно, хоть и в смене, но, в принципе, уже очень-очень многое видно. Это уже та собака, потому что, простите, в месячном щенке вы этого не рассмотрите. У них у всех ушки конвертиком висят, они все милые, золотые, но потом бац, 2-3 месяца, 5, а там вообще ничего хуа. Правда? Не правда ли? Такое бывает. Также по здоровью, если есть какие-то отклонения по здоровью, то они уже в этом возрасте, конечно же, видны однозначно. Вот, поэтому вот так вот, давай, это все. Вот эти хорошая игрушка, это пучок травы засохшей. Самая лучшая игра. Вот, ну что, мои дорогие, любимые друзья и подписчики, очень много насыщенно в этом видео и рассказала, и показала о многом. Вот, еще раз хочу пожелать вам добра, любви, тепла, и пусть исполняются все ваши желания. Сейчас скажут, куда тепла и так жара. Ну, лето есть лето. Кому интересны приобретения щенка в нашем питомнике, обращайтесь плюс 7978-745-8062. И вы можете стать членом нашей доброй большой семьи под названием Кастропула. Кастропула — это маленькая крепость. И она не терпит здесь никакого негатива. У нас только счастье, у нас только радость. И каждого пришедшего в нашу большую семью я обязательно познакомлю со всеми нашими владельцами выпускников, с теми, с кем мы вяжемся, да, то есть тоже участвуют в нашей этой компании. И на самом деле очень хочется всем пожелать
благоразумия и позитива по жизни, потому что то, что, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, оно обязательно сбывается. Так давайте же, пожалуйста, думать только о хорошем. И это ведь замечательно. И желать друг другу только хорошее. Потому что когда человек там пишет, я ненавижу, или там я там то-то, у каждого, конечно, свое мировоззрение, но выбирайте слова, потому что это вот бывает даже страшно за людей, что они не понимают, что своим негативом они сами себе губят свою жизнь. Поэтому давайте быть добрее и терпимее друг к другу. И полюбить, опять же, в первую очередь себя, своих окружающих, свой дом, свою страну, своего президента, свою улицу, своего соседа. Это ведь очень важно. И только тогда может что-то измениться в лучшую сторону. А все, кто приобрел щенка в нашем питомнике, если даже вы купили щенка не у меня, а щенок является кровным там ребенком, да, нашего там кобеля, то я, независимо от того, опять же повторюсь, у меня вы его купили или у заводчика, с которыми мы получили этих деток, вы всегда можете ко мне обратиться. Вы тоже являетесь членом нашей семьи, так что, если что, стучитесь, я вас добавлю в нашу группу в WhatsApp. Также я есть в контактах и в Инстаграме, хотя сейчас не очень, да, он в России работает, поэтому так, по минимуму туда загружаю. Вот. И каждый, к чему веду, этот человек, имеющий нашего щенка, получит полные консультации, ну, на мой взгляд, профессиональные, из моего опыта, по питанию, воспитанию, содержанию, для того, чтобы наш выпускник радовал вас своим здоровьем, своей красотой всю вашу жизнь. И вы были счастливы вместе с нашим щенком. Это и есть задача непосредственно моего питомника, чтобы делать людей счастливыми и быть счастливыми вместе с вами. Вы, вот многие говорят, нет, это вы там деньги так зарабатываете. Не в деньгах, ребят, счастье, да, щенки стоят дорого. Да, эти деньги идут на содержание, питание, на улучшение жизни наших собак, естественно, меня, чтобы я была счастлива со своими собачками. Ведь если я буду несчастна, мои собачки не будут тоже счастливыми, это же и так понятно. Если я буду злой, раздражительной, как я могу дарить вам счастье, мои любимые друзья и подписчики? Поэтому добра нам, счастья, и каждый человек. Я учусь, ну, еще продолжаю, да, кто не знает. Я повышаю свою квалификацию. У меня есть уже достаточно опыт. То есть самой старшей моей чихуашке 10,5 лет. Это наша Рошель. И за разведением чихуахуа мы начали с нее. Ну, до этого у меня всегда были собаки, только, правда, крупные. Вот, и мы тоже занимались их выставочной карьерой и разведением. Вот, поэтому могу сказать, что ну, это, опять же, продлится сейчас очень долгое видео, что, понимаете, заниматься разведением одной, двух, трех собачек – это одно. А когда мы получаем по несколько пометов здоровых, красивых в месяц, у нас по несколько вязок в месяц, то, конечно, здесь уже нарабатывается профессионализм, как бы это ни звучало. Поэтому есть, конечно, заводчики, которые тоже занимаются профессионально, молодцы. Слава Богу, я всегда рада, когда есть благоразумные люди. И, ну, опять же, со злостью этим заниматься нельзя. Но это невозможно. Долго так не протянет этот весь питомник, вот на самом деле. Вот, поэтому постараюсь делиться своим опытом, ничего не скрывая. Мне очень радостно видеть, что моя какая-то подсказка, кстати, на эту картину, помогла выжить щенкам, например. Даже у очень известного заводчика, мне не дадут слукавить, люди ко мне обращаются, как бы вы поступили в этой ситуации, а что вы даете, как, то есть, если я могу чем-то помочь, я никогда не скажу, слушайте, идите отсюда, что вы меня спрашиваете. Вчера мне позвонила женщина, прямо сказала, что в Краснодаре в питомнике купила щенка, у которому 3,5 месяца, у нее гидроцефалия, щенок умирает, никто за него браться не хочет, что делать? Ну, конечно же, я ее пожурила, говорю, вот так вот и получается, что в полтора месяца она забрала этого щенка, ну что это за заводчик и вообще кошмар какой-то. Потому люди и должны выбирать питомники, заводчиков. Так, нельзя, Елисей, ты зачем воспитываешь? С головой, как говорится. Ведь я говорю, не правда ли, вы же купили щенка подешевле, ну как скорее всего получается. Вот теперь
Естественно, человек будет мучиться вместе с этой собакой на пару. Дай бог ей крепкого здоровья выздороветь, но, к сожалению, гидроцефалия не лечится. Вот, и там все очень сложно. Вот, ладно, не будем про других. Я к тому, что я всегда готова помочь советом. И те, кто меня пишет в личку, как вы кормите, подскажите, как делать то, как все. По возможности я, конечно, консультирую, но поймите, что я не могу все свое время на это тратить. Поэтому я снимаю вот сейчас эти видео. Пожалуйста, в Ютубе набирайте там питание чихуахуа кастрапула. Везде приписывайте кастрапула и там подклеить ушки кастрапула. Там роды там кастрапула. И вы увидите, набирайте это слово. Я стараюсь подписывать сейчас видео. Раньше, кстати, я их не подписывала особо, потому что все, кто уже давно являются подписчиками, подписчиками нашего канала, знают, что я снимала и загружала видео чисто там для себя, чтобы их сохранить. Ну, так как у нас уже скоро 20 тысяч моих любимых друзей и подписчиков, вот, вот теперь я уже, конечно, как без вас, так и вы без меня. Очень приятно, что многие говорят мне, что я напью кофе с вашим видео, ложусь спать с вашим видео. Вот, ну, поэтому я уже как-то даже ответственна перед вами. Рассказать, показать. Я знаю, что вы ждете мои видео, поэтому всем огромный привет по всему большому миру, и в Америку, и в Украину, и в Испанию, и в Италию, и в Германию, и в нашу любимую большую Россию. Вот, и, конечно же, всем нашим крымчанам. Это самые близкие мои любимые все друзья. Все, обнимаю, целую. До новых видео, до новых встреч. С уважением, Екатерина, домашний питомник кастрапула из города Симферополя. Целую, люблю. Пока-пока.